Котики, вы что, лифт не можете поделить? Котики. Вы что, лифт не можете поделить? Или по очереди просто? Могли бы все сразу зайти и просто... Или, например, по очереди. Вот так вот. А вы даже так не умеете. Сидите там теперь. Не ломайте вот эти таблички, они чтобы вода не проходила в моем отеле. Хей, вы чё, какие молодцы. Давай, иди, заходи. Вы чё там делаете, а? Эй, ресепшн. Ресепшн, посмотрите их в тюрьму. Бегали. Давайте, котики, создавайтесь. Да, давайте, котики, создавайтесь. И бегайте по нашему отелю. Да, и вы тоже будете любить. Пошли, давай, давай. Интересно, почему они под зале просто не спят? Малыш бегает. Малыш, ты что тут делаешь? Странный какой. Я это делаю, то... сейчас они все сюда придут. По лифту сейчас, кажется, жители-то могут. Хотя бы жители по лифту могут. Жители, идите спать. Вот вам тут кровати Вы все еще не спите? Идите спите, давайте. Безмозглые. Не под тебя, не под тебя. Почему вы еще не спите, жители? Глупые. Сейчас ночь на дворе, вон, смотрите. Там котики лифт поделить не могут. Котики, вы что, там опять лифт не можете поделить? Я же вам говорю, как надо. Точно. Открываю дверь без ключа. О, один котик пробался. Сюда вот попал. Давайте. Паша, давайте, давайте. Купайтесь в этом лифте. Да блин, они одни купаться хотят, им что, бассейн нужен? У вас тут не... Вам что, особое приглашение нужно? Ну вот, например, тут вот купайтесь. Вот, например, вот тут вот купайся.
и других кошек. Выходите из бассейна. Это Чёрный Хаус. Так, котики там еще сидят в тюрьме, которые человека бьют. Плохие котики. Вы что там, вы что хотите? Нет, вы так заболеете. Ладно, отпущу вас. Пошли, пошли. Они хотят? О, котик. Ну все, пока. Отсюда пройди, глупый. Глупый, отсюда пройдите все. Глупые, блин. Как ты, вам что, особое приглашение нужно? Ходи давай. И ты тоже. А где коты, которые лифт подлить не могут? Они там торгуются на лифт. Вот. Там начался. Хорошо, что мы в отеле и мои котики. Оп. Сдувайтесь. Пойду посмотрю, что в спортзале происходит. В зале никакой вроде фигни не происходит, только котики. Котики бегают и жить. Котики, давайте смешьте подушки. Кровать слишком далеко. Кровать слишком далеко. Точка появления задана. Точка появления задана. Давайте, котики, появляйтесь. Появляйтесь везде. Давайте, котики, бегайте. Сейчас все жители уйдут. Житель проснулся. Нам нужно больше посетителей отеля. Оп, 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 оп. Сейчас бегайте теперь. Блин, ничего не могу поделить лифт этот. Давайте, котики, война в лифте. Идите или поделите. Вот тут вот огли лифта, видите, котиков будет. Все, идите, делите лифт. И все. Теперь вы точно будете делить нормально. Эй, жители, вы что повыходили? А нет, это дверь создал в отеле. Эй, житель, ты что не спишь? Тут тоже. О, там мой пляж. Там пляж находится. Я хочу на пляжик. Попрыгну. Смена погоды на ясную. Ну все. Ну все, теперь без проблем на пляж. Отойдите! 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 Я сюда из отеля! Я решил, что нас тоже пропускайте. Я их почти первым создал. Они уже тут старенькие. Вы что, здоровы хотите? Я тут дверь открываю. Пошел, давай, выходи! Что на пляж можно? Там тоже будут котики. Они куда? Они в отель или ко мне в дом? Ко мне в дом. Они в отель, ко мне в дом или вообще, или в деревню? Деревня-то близко. Вон где она стоит, ёбнутая. А жители? А куда идут жители, реально? Они что, реально в деревню хотят? Давайте, котики, заселяйте мой отель! Заселяем, заселяем. А-а-а, заселяйте, заселяйте.
Так, пожалуй, одного жителя создам. А чё ты маленький привет? Чё ты плачешь или нет? Жители, вы чё? Кто-то наперед все выходит. Следим за этим жителем, он куда пойдет. Надеюсь, не в какую-то деревню, а в мой пятизвездочный отель. Да у тебя кнопский отель. Нет, блин. У меня самый крутой отель, а у тебя какой-то там... А у тебя, когда был отель, у тебя ни одной комнаты, у тебя только одна комната была, там даже ресепшена не было. Ну ты так строил. А это мой отель большой. Какой? Вот такой делаю. Сделал, покажешь там. Нет, я сделал не такой. Ага, блин, такой большой. Ты не сможешь сделать. Ну куш. Смотри. Ну у тебя отель нуба. Нет, у меня самый лучший отель. Ну, нубики свою красу делают, а плохо делали. Сигма. А ты красу делаешь. Значит, ты конечно делаешь. Далеко. Далеко. Ускакала в поле молодая лошадь. Так легко. Так легко. Не догонишь. Давайте, жители, вкупайтесь в бассейне. Он спать хочет? А там Снейк Баг. Да. А житель идет в Снейк Баг. А где житель? Житель, ты должен работать там. Не в игрушки играть. Далеко, далеко. Это нефть, чтобы напитки делать. Жителей будет много. Много жителей. Много. Они кто-то здесь покупает. Они будут работать. Они покупают. Они борются за коктейли. Они борются за напитки. А давай... Не догонишь. Сделаю-ка им поправку. Давайте, жители, вылезайте! Они за мной ходят. Они тебя пришли. Нам нужен еще один подкуп. Что, это что, побег от жителя? Житель к тебе. Как житель? Выходим.
А, жители учат. Там повыходили. Вам никуда нельзя. Идите, погуляйте там. Я пока мороженое возьму. Мне, пожалуйста, вот сюда это вот. И еще вот это вот. Вы что там лазаетесь? Давайте, идите там. Подкопайтесь где-то. Всем пока, жители, я пошел. Ты что играть? Ты кто будет играть? Мамкан. Мамкин, Фамкин. Тогда почему ты с видеокамерой? Потому что... Так, с Нетбай, все, жители там остаются навсегда. Все свои 9 жизней они проведут в этом снэкбаре. Блин, они там валяются. Давайте, жители, создавайтесь. Идите ко мне в отель. И не надо плаки-плаки, нормалдаки. Чё ты лысый, плаки-плаки-плаки-нормалдаки. Чё ты лысый, плаки-плаки-плаки-плаки-нормалдаки. Чё ты лысый, плаки-плаки.